Здравствуйте. Сегодня будем рыбачить на резинку, на пруду. О, рассвет такой. На резинку. Я почему снимаю видео, потому что многие знакомые мои даже не знают, как выглядит резинка. Вот. В общем, это груз. На веревке закидывать сама резинка. Катушку сделал такую. На катушку наматывается резинка. Леска с поводками. Это втыкается в землю. Катушка. Сейчас буду разматывать. Закидывать. Вот получается. Специальная такая палка тоже, чтобы крючки-то, поводки-то цеплять, наживку цеплять. Вот, все, закинул. Сейчас буду маячки делать, куда прикормки закидывать. Вот такие маячки. Вот. В начале и конце поводков. Сейчас на воду спущу. И чтоб куда ориентироваться, куда прикормку кидать. О, в общем. Вот. Ну, прикормку я обычно делаю. Обычные овсянка, дорогие, в магазине не покупаю. Обычная овсянка за 10 рублей. Ну все, она и вязкость хорошая, и это сейчас сделать шарики, да накидать в этот туда вот между этими поплавками получается. Ну поплавки из пробок сделал. Вот туда накидать, да и все между ними. Вот наживки поставил. Ага, вот, все. На поводках, на крючках, все. Сейчас буду спускать и в рабочее положение ставить. Ну вот она в рабочем положении. Все тут как бы вместо поплавка. Я тут прищепку сделал, не может небольшой грузик. Веточкой, чтоб ветром не шевелило. Ну я тут еще такое хитрое лентяйское приспособление. Сигнализатор поставил. Чтоб уж постоянно, если не смотришь, пищит. Можно своими делами заниматься. Запищит, если что, если дернет. В общем, ждем поклевки. Вот, сменил дислокацию. Там что-то не клюет, карась не берет. Попробуем на хищника. Клюет, что клюет. Поклевка. Первый улов. Щуренок на малька. Наверное, с ладошку, да? Больше. Ну вот, что у нас дала вылазка на природу.
окуни, раки. Ух ты! Две сорожки. Где сорожки, ты знаешь? А, вон сорожка. Ну, один карась. Вот. Так. На ушицу хватит.